Едем мы сейчас в Этику, потом на заправку, потом поедем в магазин Клаппер. Листочек взяла? С чем? Клаппер магазин. У меня на сотке есть. А вот. А в Этику едем, нам надо молоко немножко подкупить, потому что с 12 упаковок молока осталось почему-то 3. Странно, как-то быстро они ушли. Вот, и какао из обыльки заканчивается. А в магазин Клаппер едем, потому что Климушка идет на день рождения к мальчику, к однокласснику. И нам пришло приглашение. В этом приглашении было написано, что в таком-то, таком-то магазине стоит коробка с подарками. И надо туда съездить и купить подарок. Если нам не понравятся эти подарки, которые ребенок наложил, то мы можем взять карту, так она называется, Good Shine, там на 15 евро, на 10 евро, на 25 евро, и подарить ему эту карту от этого магазина. И тогда он купит себе сам все, что захочет. Но в этой коробке с подарками он тоже все выбирал сам. Вот так что поедем туда. Не знаю, сниму, не сниму. Постараюсь. Так, сейчас покажу, что мы купили. Так, это чек. Были вот мы в этом детском магазине. Я не стала там снимать, он небольшой. И как-то дождь шел, вот это вот, не брала камеру. Вот. Вот такие вот часики. Стоит 17,99. Мы взяли и еще взяли вот такой вот пистолет. Он стоит 15,99. Ну, один подарок понесет Климушка, другой подарок понесет его друг. Вот мы взяли для нашей семьи и для их семьи. Ну, вернее, только для детей. Вот. Такие подарки выбрал этот мальчик. Там еще, конечно, были книжки, всякая мелочь. Мы не стали брать, решили, что лучше взять по хорошему подарку, чем мелочевки набирать. Или с книжкой парень не должен, мне кажется, идти с книжкой на день рождения. Вот. Дальше, что я купила в магазине? Я купила свежее молоко. Я их взяла 4 упаковочки. Сейчас на молоко акция идет, каждое молоко стоит 42 цента. И если ты берешь 3,5%, оно стоит 44, по-моему, цента. Но 3,5 мы не берем, потому что так как никто не пьет, ну, слишком жирно. Вот. Дальше купила я вот такой вот крем Изабель в садик, попку мазать. Он стоит 1 евро 46 центов. Надо будет сегодня отнести, когда за ним пойду на улице. Вообще погода безобразная. Дождь, ветер. Ужасно. Далее взяла вот эти помидорки. Евро 39. Далее взяла шоколадный напиток. 2 евро 29 центов. Бананы я не могу сказать, насколько они вытянули, потому что за килограмм 99 центов, но тут и больше килограмма. Дальше 99 центов взяла я вот такой вот айсберг салат. И взяла по 49 центов 2 помидора. Ой, огурца. Каждый огурец стоит 49 центов. А вот это вот, получается, огурцы, помидоры, салат, бананы, какао и молоко вытянула на 22 евро. Еще я взяла Саше табак, он стоил 13,95. Саша его утащил. И гильзы для табака я взяла. Вот, поэтому вытянула 22 евро. А это уже вот эти вот 2 подарка. Вытянули на 33 евро 98 центов.
еще раз покажу такие вот часы и вот такой вот пистолет. Вот, так что такие вот покупочки небольшие мы сегодня сделали. Сейчас будем завтракать, так как еще не завтракали, только приехали. Сегодня надо еще заснять вам видео, ответы на вопросы. Много вопросиков поступило, поэтому надо потихонечку на все отвечать. Сейчас пришли с садика, принесли с Изабель вот такую вот поделочку. Это они вместе с воспитателями делали. Надо повесить, будет в ее комнате на память. Подписано Изабель. Такая вот хрюшка. Так, сели мы кушать. Да, Изабель? Привет. У нас там телевизор громко орет. Кушаем мы курочку, толченку. И вот я сделала два салатика. Один салат у меня помидоры, огурцы, листья салата. Вернее, айсберг салат, но это вообще листья салата. Ой, сыр, чеснок, майонез. Здесь листья салата, или как айсберг салат, сыр, чеснок и майонез. Тут только добавлен огурец и помидор еще, а это просто. Там он стоит на балконе, торт я приготовила, а то Ермачок пришел с садика, расплакался, что торта нету. Представляешь, Клюнушек? Вот. Да, Изабелька? А он сильно расплакался? Сильно, потому что торта не осталось. Вот пришлось сегодня печь торт. Вот Ермачочек сейчас спит. Ждал, 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 но уснул. Ну, проснется, поест. Да, деточки? Вот такой вот тортик я сделала. Сейчас расскажу, как я сделаю его. Взяла обычный бисквит, сделала шоколадный. Потом бисквит порезала весь кубиками. И вот так вот выкладывала, выкладывала, выкладывала. Сверху я крем сделала, сметану с сахаром. Все это залила. И верхушку я заливала взбитыми сливками с какао. Просто взбитые сливки и какао. И сверху посыпала шоколадной крошкой и кокосовой стружкой. Так, сейчас посмотрим, какой наш торт будет в разрезе. Вроде он постоял где-то, может быть, час. Надеюсь, что за час он пропитался, так как дети уже хотят торт. Ну, еще не совсем пропитался, потому что кубики отпадают. Так, сейчас. Покажу. Опа. Ай-яй-яй, разваливается чуть-чуть. Ну, вот такой вот он где-то. Все в кубиках, там крем. Такой вот получается торт. Надеюсь, что получилось очень вкусно. Сейчас пришел садика. И вот. Мы немножко все заболели. И вот, видите? Не знаю, Климушка или Ермачок, садик или со школы принесли. Простуду, да, Саша? Сейчас, видите? Поэтому извиняюсь за свой голос. Никак не можем мы привыкнуть к этому климату. Постоянно болеем. Ну, видишь? Ладно, побегу я за Изабелькой. Видишь? То она там уже ждет. Я тоже. Нет, я сама. Выхожу я за Изабель. Хочу сегодня приготовить бешбармак. Но бешбармак не с мясом, а с курицей. Можно было пить бульон куриный. Вот, а дети очень любят бешбармачки. Сделала уже тесто.
Приду, сейчас всех заберу. Еще курочка осталась со вчера. Мы доедим ее и вечером будем кушать бешбармак и курицу. Вот, может, еще какой-нибудь сделаю салат. Не знаю. Так, сейчас буду есть я салат. Приготовила новый. Здесь огурцы, листья салата, кукуруза, потом окорочук, можно положить грудку, огурец, я уже сказала, майонез и соль, и все. И буду доедать бешбармачки. У меня дети, если едят бешбармак, то едят только тесто. Если же, когда я делаю так, курицу или мясо, они отдельно едят мясо, отдельно гарнир. Вот, еще раз извиняюсь за свой голос, к вечеру он вообще пропадает, голоса нет. Не знаю, если завтра будет у меня голос, я, конечно, буду снимать и ответы на вопросы, и дальше влог, но сегодня как-то не сложилось, голоса нет, и поэтому не будем засорять эфир, портить. Вот, буду сейчас кушать. Так что попробуйте, салат очень-очень вкусный. Вот, те, кто не нравится майонез, можете положить сметану. Но я как-то со сметаной не очень привыкла. Конечно, полезнее было бы, если бы там была сметана. Ну да ладно. Как говорится, жизнь одна. Можно и майонез поесть. Вот. Так что еще хочу в конце видео вам выложить несколько фотографий. Фотографии Изабельки и фотографии детские моей мамы. Вот. Посмотрите, похожа Изабель или нет. Напишите, пожалуйста. Я думаю, что она очень сильно похожа. Yeah.